Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. Это вторая часть видео о том, что съела моя кожа пустые баночки, в которой я даю отзывы, честные отзывы на косметику, которая у меня закончилась, и вне зависимости от того, прислали мне это попробовать или я приобрела сама, я даю отзывы, ну, такие, какие есть. Об этом сразу же предупреждаю брендов, поэтому не все мне готовы прислать косметику на тестирование. Да, вот такое тоже случается именно в процессе переписки. С самого начала я предупреждаю, что буду говорить интеллигентно, но свое мнение выражать. Когда я уже поняла, насколько средство эффективно, что оно из себя представляет, то есть особенно в финале. У нас сегодня довольно-таки много с вами средств по уходу за лицом, в зоне шеи, декольте и под глазами, что, как мне кажется, интересная самая тема для дам и мужчин в возрасте 40+. Итак, концентрированные все средства, сыворотки, серумы, по-разному они могут называться, но смысл один. Мы наносим их для того, чтобы решить конкретную проблему. Я использую как проф, как люкс, так и бюджетную косметику. Пусть это вас не удивляет, если вы сегодня со мной первый раз. Я пробую много для того, чтобы дать как можно больше полезных отзывов. Resveratrol Therapy – это антиоксидант, бьюти-серум. Экосерт Планета Органика. Да, как вы видите, цена 225 рублей, ну совсем бюджетное средство. Скажу вам честно, я результата не увидела совершенно. Что-то тут про розу, да, то есть, вероятно, какие-то компоненты есть из розы, но меня-то, в общем, сам Resveratrol интересовал. Как мы можем увидеть результат, если антиоксиданты хорошо работают в средстве уходовом? У вас может поменяться тон кожи в лучшую сторону, может быть разглаживание мелких морщинок, и кожа в целом должна выглядеть более здоровой. Ничего, совершенно никаких ни плюсов, ни минусов. То есть, в общем-то, сыворотка неплохая, она не сделала ничего плохого, да, но и хорошего тоже ничего не дала. Впитывается довольно-таки быстро, запаха никакого не имеет, ну или я его не улавливаю. И как сыворотку слегка увлажняющую, наверное, такую, ну знаете, не на зиму даже, а на лето. Концентрация здесь настолько маленькая, их, ну, бюджетное средство, Resveratrol как компонент не бюджетный. Поэтому можно сделать вывод, что Планета Органика выводит, конечно, в название компоненты, которые будут являться маркетинговой такой привлекающей составляющей, но тем не менее они в минимальной концентрации, и сразу же эффекта вы от них вряд ли увидите. Следующее средство — это NovaSweet концентрат Serum in Oil против морщин и истончения кожи. Нет, против морщин это совершенно точно не сработает. Опять же, слишком мало тут указанных компонентов, именно активных. Но это хороший увлажняющий питательный уход для сухой кожи, которая нуждается, особенно в отопительный период, как у меня сейчас, в дополнительной подпитке и хорошем увлажнении. Несмотря на небольшую стоимость, он действительно работает. Да, здесь 25 мл всего лишь, но с другой стороны, это и недорого. Да, единственное пока на данный момент средство от бренда NovaSweet, которое на мне работает, которое мне нравится. Здесь приятный, да, парфюмированная отдушка, но приятная, нежная, и здесь та самая молочная консистенция, которую я люблю. Следующее тоже бюджетное средство от Catrice Glow Booster Serum 10% витамина С комплекс. Я не заметила здесь особого действия витамина С, к сожалению, хотя в цвете он проявляется, слегка желтоватая, такая полупрозрачная жидкость, ну, знаете, что гель, наверное, вот жидкий гель, все-таки чувствуется, что это именно серум.
Да, им очень гордятся производители, и много-много видеоотзывов. Англоязычные блогеры много очень кричали о том, что вот вышли такие сыворотки активные у Катрис, и такие восхитительные составы, и все это может заменить люкс. Я вам скажу так, это может заменить увлажняющую сыворотку, но не более того. Я эффекта витамина С не увидела вообще никакого, то есть он не осветляет кожу и не пощипывает, и это просто неплохая увлажняющая Я не сыворотка. понимаю, как здесь может быть 10%, но практически не работает это. В общем, у меня впечатления приятные именно исключительно из того, что это хорошо увлажняет. Но как витамин С заявлено, это не работает. Advanced Night Repair. Это сыворотка от бренда Estée Lauder, флагманская такая сыворотка, то есть тот продукт, на который они возлагают все надежды, которые они рекламируют, которые являются главным продуктом в бренде. Да, действительно, я наконец ее поняла, раскусила, она хорошо снимает раздражение, восстанавливает кожу после ретинола, после каких-то пилингов и когда у меня какие-то непонятности на коже, когда я ощущаю ее то слишком стянутой, то какой-то зудящей, то ну, бывает такое. Даже может и не быть никаких высыпаний, но вот ощущения какие-то неприятные бывают. Тогда я использую Estée Lauder. То есть для меня это уход не на каждый день, это уход для того, чтобы восстановить свою кожу, успокоить, ну, я бы так сказала, нейтральный уход. Да. Дороговато для нейтрального ухода, я согласна. Но уж купила, пользуюсь, в запасах еще есть в больших объемах. Здесь, по-моему, было по 15, да, миллилитров. И сыворотка это многим безумно нравится, на ком-то не работает вообще. Я вот как раз в серединке, наверное. То есть результат я поняла, но почему такая цена, я пока еще не поняла. Авант, кстати, самая дорогая тут из всех представленных сывороток. Они делают для адвент-календарей, для наборов вот такие упаковки. Вообще она в стекле обычно продается. Гиалурон здесь и ретинол. Хорошее сочетание. Почему не все это делают, не знаю, но сочетание действительно замечательное. И увлажняет, и усиливает выработку коллагена, то есть усиливает регенерацию. Да, действительно, это одно из самых комфортных средств для начинающих, я бы так сказала. От этого ретинола не будет никаких шелушений совершенно точно. Вы не увидите сразу же результат, нужно некоторое время. Но кому она точно подойдет, тем, у кого кожа очень чувствительная. Кто боится что-то активное вводить, потому что частенько бывает аллергия и вообще какие-то странные покраснения, реакции, шелушения. А вот тому я советую начать с этого бренда, если, конечно же, есть средства на это. Стоить может такое произведение искусства, ну, от 9000 и выше. Но, правда, очень приятно. Мне досталось в адвент-календаре. И я понимаю, почему, наверное, молодые женщины не дают положительных отзывов на этот бренд. Вы мне писали про крем их для рук с гликолевой кислотой, что действительно хорошо омолаживает. И вот видите, мне тоже понравилась их сыворотка с ретинолом. Потому что просто нет таких проблем, которые должны эти средства решить у молодых девочек. И они говорят, что это вообще очень дорого и совсем не работает. Но на самом деле это косметика просто для людей, наверное, 40+. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что у меня есть каналы, площадки, где выходят мои видео, Яндекс.Дзен, также Телеграм и группа ВК. Все ссылочки я оставлю под этим видео, и да? я жду вас там. Антиоксидантное средство мощь. Search от Clinique – это концентрат увлажняющий с антиоксидантами, которые заключены в капсулы. Здесь такая помпа, которая вверх поднимается, и я уже не первую баночку вам показываю. Мне нравится эффект, иногда можно найти его на хороших скидках с 50% скидкой. 48 мл тут хороший объем для такого вот геля-концентрата, серума.
Я бы сказала так, что этот антиоксидант рабочий, я его в действии замечаю, кожа выравнивается по тону, действительно идет хорошее дополнительное увлажнение под крем. И утром, и вечером его использовала. Средство хорошее, не по полной цене, конечно, в дальнейшем буду покупать, но если я найду с хорошей скидкой, то, скорее всего, повторю, никаких ароматов в косметике Клиник нет. Исключение составляют только парфюмированные какие-то средства, которые созданы специально в парфюмированной линейке. Ну, понятно, ароматы, да, кремы для тела ароматизированные. А в косметике для лица, вот в таких упаковочках, никаких ароматов нет, потому что это гипоаллергенная косметика, создана специально для тех, кто имеет чувствительную кожу. Это были сыворотки, о которых хотелось рассказать, и давайте теперь перемещаться к кремам. Начнем, пожалуй, с кремов под глаза. Вот такое количество их у меня закончилось. Bioderm – это линейка мужская, на два крема закончилась. У них есть массажер внутри, удобный очень. Кремы эти мне пришли в подарок с заказом продукции Bioderm, приятные очень, но для меня они хороши в качестве сыворотки под глаза. Видите, вот такая консистенция у них. Что-то остается всегда, поэтому лучше, конечно, разрезать. И я бы сказала так, что этот крем сам по себе для возрастной кожи, ну, наверное, слабоват, если вы хотите его использовать на день и целый день проходить с кожей увлажненной под глазами, если у вас сухая кожа. Да. С учетом того, что это линейка для мужчин, это хороший вариант. То есть обычно у мужчин кожа более жирная, ну и им, естественно, не надо, чтобы кто-то видел, что они пользуются косметикой, да, чтобы оно все идеально впитывалось. Впитывается, правда, здорово, и тут придраться не к чему, аромата нет. Хорошее средство, ну, наверное, за полную цену я бы его себе не купила, потому что питания тут нет, только увлажнение. Да, оно приятное, но все-таки мне этого мало, моей взрослой кожи. Люблю и повторяю вновь и вновь, это крем от Клиник под глаза, All About Eyes Rich, крем питательный, представляет собой плотную такую консистенцию, похожую на крем с маслом. Хорошо очень впитывается, я наношу довольно-таки много его под глаза, и за ночь впитывается вообще идеально. Также замечательно тонким слоем сидит и под макияжем. Если вы любите хороший питательный уход, вам он нужен уже, и кожа взрослая, то обратите внимание именно на этот крем с пометкой Rich, то есть богатый питатель. Его можно также сейчас уже найти в магазинах сетевых и в большем объеме. Следите за акциями, по скидкам он бывает, наверное, в 1600 примерно рублей. Это самая лучшая его цена за 15 мл. Два крема, которые мне понравились, оба под глаза, но понравились не настолько, что я буду их приобретать. Во-первых, они, ну, они стоят примерно одинаково, они дорогие. То есть это более 3000 рублей всегда за 15 мл. Для такого результата я считаю дороговато. Крем Ахава, что значит любовь, насколько я понимаю, с иврит, это крем, ну, такой достаточно жидкий крем, и он очень быстро заканчивается, потому что у него консистенция не слишком густая. Получается, что он наносится, сразу же впитывается и похож на сыворотку. Вот так. Странно, что настолько легкий крем, потому что линейка Time to Smooth в этом бренде достаточно питательная, такая хорошая. Я пробовала кремы для лица, и они даже показались мне слишком плотненькими. Ну, то есть крем под глаза сильно отличается. Вот что я хочу сказать. Крем от Arborian. Я бы так сказала, что он дает больше даже не увлажнения, а именно тонуса кожи под глазами. Опять же, может использоваться в качестве сыворотки, если вы фанат бренда Arborian, вам все нравится и подходит. Это такой вот энергетический крем с женьшенем. Красивая упаковка, его можно в подарок
приятно получить и можно дарить, но не те кремы, на которых я бы советовала вам остановиться, если у вас кожа взрослая. И если вам 30 с небольшим, то думаю, вы будете в восторге от этих кремов, скорее всего. Но если кожа уже взрослая, 40+, 50+, 60+, то, наверное, стоит обратить внимание на более питательный уход, что-то в духе клиник, который я вам только что показывала. Ну и теперь о креме вокруг глаз с лифтинг-эффектом для возрастной кожи против глубоких морщин от бренда Шоконат. Есть в меньшем объеме, 20 мл. Здесь очень хороший состав. Этот крем действительно глубоко увлажняющий. Он, кстати, снимает раздражение. И я еще использую его так же, как крем для лица. Поэтому показываю отдельно от кремов под глаза. Потому что для меня это такой вот общий крем, который не дает моей коже сохнуть весь день. То есть я наношу на лицо его, могу на какие-то сыворотки, под глаза наношу. И все, я счастлива, то есть крем рабочий, он недорогой, и это то, что я могу рекомендовать и в качестве сыворотки наносить, и в качестве крема. Впитывается он хорошо и очень быстро, не плотный, средний такой по плотности крем, и за счет этого подойдет для разного типа кожи. И теперь кремы для лица. Много всего закончилось. Совершенно из разных, опять же, категорий. Бюджетные и очень люксовые. И профуход. Ну, во-первых, хочу дать вам отзыв о маске ночной для лица. Ну, по сути, это такой крем-гель для лица на ночь. Его необходимо наносить с пептидами, которые способствуют усилению выработки коллагена и эластина, то есть усиливают регенерацию. От Elemis косметика дорогая, и в каком-то бьюти-боксе мне попалась вот эта масочка. Здесь половинка, 15 мл. По-моему, он в мини-объеме в 30 или в 50 продается. Я бы назвала эту маску совершенно необязательной, но приятной. Я не стану приобретать, хотя думала о том, чтобы приобрести эту маску, попробовать в полном объеме. Сейчас понимаю, что нет. Стоить она будет хороших денег, но эффект от нее, как, в общем, от обычного крема увлажняющего, базового. Да, это приятно, да, это создает такую коллагеновую пленочку очень приятную, которая кожу увлажняет всю ночь. И днем, кстати, тоже его можно использовать. Почему нет, если это просто хорошее увлажнение? Но, наверное, не за такие деньги. Противоположность Elemis бюджетные The Ordinary. Сейчас его можно купить в различных онлайн-магазинах. То есть он, насколько я понимаю, в офлайне не представлен. Начинала пользоваться этим средством увлажняющим моя дочка. То есть это такая супер увлажняющая формула, немножко с легкими силиконами, та, которая дает эффект увлажнения кожи на целый день. Но, что я вам хочу сказать, это средство, я даже не знаю, как назвать, крем, гель, в общем, средство, оно очень белесое, то есть его нужно прям вбивать на влажную кожу, чтобы оно хорошо село. То есть это такой плотный довольно-таки крем-гель, который по консистенции может не всем подойти. Дочка вначале начала им пользоваться, и ей вроде как понравилось. Потом она сказала, я очень сильно его ощущаю на коже. Ну, я доиспользовала, точно вам могу сказать, что я не буду его повторять. Ну, по сути, оно, да, комфортно только тем, что в нем нет никакого аромата, но консистенция странновата. Два крема для лица от бренда Clinique из одной линейки. Называется она Moisture Surge Intense. Это кремы, которые дают сильное увлажнение. Они разные по названию. Насколько понимаю, вот это была первая самая версия. Потом появилась 72 часа. Вот такой у меня вариант поменьше. А потом уже появилось 100 часов. Но на мне они все работают одинаково. Это глубокое увлажнение, похоже на кремы
с эффектом атопик, то есть для атопичной кожи, с легкими силиконами, которые создают пленочку и увлажняющие все компоненты. А здесь хорошая формула, хорошо проработанная, то есть увлажнение весь день кожа получает. Можно их наносить и под глаза, и на зону шеи, декольте, и на лицо, и на руки, куда угодно. И это то, что я повторяю из раза в раз, когда у меня начинает сильно стягивать кожу в период отопительного сезона. Ну и, естественно, я начинаю более активные компоненты использовать, ретинол, и кожа становится более сухой. Средства для меня являются частенько спасателями. Когда я не имею в арсенале ничего похожего от других брендов, я точно знаю, что могу на них надеяться. Очень комфортный, хорошо увлажняющий, подпитывающий кожу лица, зону шеи, декольте крем от бренда On Me. Я, честно сказать, не ожидала такого хорошего качества от этого бренда, ну, потому что там средний ценовой сегмент и средний-бюджет, вот так я бы сказала. У них, конечно, подросли цены в сравнении с прошлым годом, но у них и качество хорошее, и составы чистые. Anti-Age 35+ называется. Да, действительно, подойдет, наверное, для всех типов кожи. Может быть, только слишком жирной коже он не понравится, потому что он плотноватый и дает сильное увлажнение и подпитку. Ну, я думаю, на вечер тогда уж вы сможете использовать его в зоне шеи, декольте или, например, под глазами. Туда, кстати, он тоже подходит. Имеет приятный, слегка лимонный какой-то аромат, может быть, лимон с мятой, что-то Дивный. Такое. Как они мне сказали, представители этого бренда, что они уходят от ароматов вообще и больше не используют эфирные масла, потому что эфирные масла также, ну, я думаю, многие уже это знают, являются аллергенами. Понравился крем, с удовольствием использовала, и хороший базовый крем, которым можно закрыть активные сыворотки. Замечательный крем от бренда Шоконат, который я не раз уже использовала. Крем с лифтинг-эффектом 40+, активация стволовых клеток. Здесь очень интересный состав. Хорошая и увлажняющая, и питательная такая вот консистенция. Выглаживает кожу. На моем канале все еще идет конкурс, так что вы успеете принять участие. Конкурс от бренда Шоконат и меня. Я высылаю шикарные призы тем, кто победит в этом конкурсе. 3 набора прекрасной косметики, которая действительно работает на взрослой коже и которую я советую, потому что мне она подходит, и я вижу от нее результат. Да, советую вам попробовать, если еще в бренде Шоконат вы ничего не пробовали, то, думаю, вот это точно совершенно вам понравится, вы его полюбите, и вот этот крем подойдет для любого типа кожи, даже для жирного, потому что глубокое хорошее увлажнение и тонус, который он дает, я думаю, понравится всем. Made in Thailand. Крем этот мне попался в каком-то бьюти-боксе. Organic Thai, насколько я понимаю, стоит. Называется этот бренд, я уже заговариваюсь немножко. Intensive Anti-Age Face Cream for Combinated and Oily Skin. То есть это крем с муцином улитки для комбинированной и жирной кожи. Я бы не сказала, что для жирной кожи он подойдет, потому что он оставляет такую пленочку на коже, которая вам вряд ли понравится. То есть, ну, он действительно хорошо увлажняет, но он ощущается на коже. Я хорошо к этому отношусь, но вряд ли тем, у кого кожа жирная, это понравится. Мне крем в целом пришелся по вкусу. Я от него, кроме увлажнения, ничего не увидела. Никакое усиление регенерации, ничего. Но, в принципе, наверное, за ту цену, которую за него просит, он в среднем ценовом сегменте, этого вполне достаточно. Не очень удобная вот эта шайбочка, упаковка. Ну да ладно. В общем, это было, ну, не совсем подарком. Я же бьюти-бокс оплачивала за свои деньги. Но, тем не менее, не провальное средство, ну и не то, за которым я, наверное, буду бегать. Если что-то подобное пробовали, напишите вообще, как относитесь к тайской косметике. И крем, который меня сильно впечатлил, он из сегмента профкосметики. Я бы сказала, такой люксовый профкосметик. Health Quartet – это квартет здоровья.
Бренд этот присылал мне попробовать их средства после моего отзыва на их сыворотку с альфа-липоевой кислотой под глаза, которая у меня была. Я сделала отзыв, и вот они увидели, прислали мне попробовать что-то еще. Мне очень понравилось. Я вам скажу так, что составы тут сильные. Косметика и правда профессиональная, и по ощущениям на коже это чувствуется. Крем увлажняет и очень хорошо питает, густой, но при этом хорошо впитывается. Подойдет только, наверное, для кожи сухой. Значит, что здесь есть? Провитамин D, омега-3,6, фитоэстрогенный мультивитаминный комплекс. Но также все, что в квартете здоровья, содержит альфа-липоевую кислоту. У них в составе обязательно это все есть. Мне крем понравился очень. Я бы сказала, что он дает тонус кожи и питание. Если, наверное, пользоваться все время только этим кремом, то можно увидеть эффект подтяжки. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям. Вот использование одной баночки в 50 мл. Удобная помпа. Все выходит до конца. Крем не имеет никакого аромата. И это то, на что можно совершенно точно рассчитывать зимой. Так что обратите внимание на этот бренд обязательно, если у вас кожа сухая и возрастная. Ну, еще кое-какая косметика из различных категорий. Во-первых, я стараюсь заканчивать вот такие вот пробнички, понимать, насколько мне нравится или не нравится средство уходовые, хочу ли я в полном объеме. Ну, такой крем у меня был, я не в огромном восторге, честно говоря, от него. Абель Рояль мне показался немножко питательным, в большей степени увлажняющим и явно завышенным по цене. Хотя их масло мне очень понравилось, и что у меня еще был лосьон, да, из этой линейки от Guerlain. Теперь, что касается вот этого спрея с квасцами от бренда Livrana. Это цитрус написано, Deo спрей, ну, здесь практически нет никакого запаха, поэтому сложно сказать, цитрус, не цитрус, без алюминия. Химическим способом действуют квасцы, сужают поры, потовые протоки и немножко, кстати говоря, подлечивают ранки. Так что после депиляции хороши квасцы, и они немножко подсушивают, снимают воспаление. Натуральный состав хорош, но спрей ужасный. Он наполовину примерно стал одной мощной струей бить, это все меняет, то есть вообще не имеет тогда смысла пользоваться из такой упаковки, мне пришлось перелить в другую, и поэтому больше не приобрету, и скорее всего имеет смысл не разбрызгивающиеся квасцы, а либо в стике все-таки сам камушек, либо в роликовом формате. Ну, это мой вердикт. Еще мне нравится крем для рук, увлажняющий лимонно-глицериновый, русские травы. Хорошо увлажняет крем. Здесь экстракт лимона, по идее, должен увлажнять и отбеливать, но он только увлажняющий. По аромату он мне напоминает детскую жвачку Орбит какую-то с лимончиком. Вот такой аромат. Ну, в целом приятно. Маска увлажняющая, крымская роза, по традиции уже использую все эти маски как несмываемые и как уход для рук. Состав неплохой, увлажняет также неплохо. Гель абсолютно прозрачный, но что замечательно, он не липкий. Смываемые маски не самый мой любимый формат. Я пробовала ее как смываемую маску, получается, что вообще никакого эффекта нет, кожа абсолютно сухая потом. Так что на мне это не работает. Вы мне писали отзыв на эту маску, что хорошо работает летом. Ну, наверное, у вас кожа просто не такая требовательная, как у меня, вероятно. Ну, или действительно на лето этого ухода достаточно. Впитывается она быстро. Ничего абсолютно от нее на коже не остается, ну, практически легкое увлажнение. И что там смывать, я вообще не понимаю. Вот так она выглядит вроде бы густой, но если ее по коже растереть, да, сделать легкий массаж, то она полностью впитывается, по крайней мере, у меня. Очень хороший крем у них, конечно, получился. Это и Фраше, Карите. А здесь крем для тела, для сухой кожи. Extra Dry Skin. Да, действительно, это средство я могу советовать тем, у кого кожа сухая. 30 мл я использовала исключительно для рук и ног. Имеет приятный ванильно-кремовый такой запах. Вообще линейка Карите у них вкусно пахнет, по крайней мере, это нравится мне.
И сколько здесь? Да, 30, мне показалось, 50, нет, 30. Густая консистенция, хорошая, дает питание и, кстати, хорошо впитывается, не остается на коже жира. Скорее он дает какой-то такой, знаете, полуматовый финиш, и мне Еще один понравился. гель Labelage, да, это бюджетная корейская косметика, абсолютно прозрачный. И здесь аромат грейпфрута чувствуется. Должен быть увлажняющим, натуральным, но для меня это слишком легкая консистенция, которая, ну, практически никакой разницы не делает на моей коже. Поэтому я этот гель смешивала с маслом и так наносила на тело, ну, остаточки на руки, естественно. Если нужно, в зоне шеи декольте тоже использовала после душа. Нет, повторять точно совершенно не стану. Понимаю сейчас уже, что вот такие все-таки гелевые средства мне показаны исключительно жарким летом, коего у нас бывает мало и не часто. Вот, так что, наверное, не буду больше это покупать. Масло для ногтей кутикулы от бренда Zaytoon, тоже из какой-то коробочки красоты. Для меня не самый удобный формат, вот такой с пипеткой масел. Я люблю либо в стике, либо уж тогда пусть это будет баночка с густым каким-то средством. Ну, так удобнее мне. Да, действительно хорошо работает, смягчает кутикулу после нанесения лака. Можно им пользоваться, то есть он не нарушает структуру лака. И мне понравилось, но, по-моему, дороговато для вот такого средства. Сейчас есть еще более бюджетные и столь же Ну и, хорошие. пожалуй, последнее в этом видео, что хочу похвалить, это Fresh Line, косметика, которая мне понравилась по своему составу, и поэтому я приобрела для себя уход для лица, скоро буду пробовать, и вот такой бальзам для губ, SPF 15 мне не мешал также использовать его и перед сном, потому что это слишком маленький SPF, скорее всего тут просто минералы добавлены. Здесь натуральный воск, масла, имеет действительно приятный, слегка кокосовый натуралистичный аромат. Использовала до конца, он был таким достаточно плотненьким, потом как-то разошелся и стал помягче. Но в чем плюс? Он не таял, его можно было носить с собой, он никуда там не крутился в упаковке. И это средство имеет накопительный эффект, можно было нанести на ночь и проснуться с хорошо напитанными губами без шелушения. Ну вот, всего было много, выбрать есть из чего. Мнение я вам свое высказала. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Напишите обязательно, что пробовали вы. Всегда стараюсь указать в своем комментарии под каждым видео и также, ну, по возможности в описании к видео все ссылки, скидки, все возможные промокоды, которые есть у меня, которые сейчас еще действуют. Если вам что-то понравилось, вы можете заказать этим промокодом. Кстати, я этими же промокодами сама, в общем-то, и пользуюсь. На этом буду с вами прощаться. Желать вам всего самого доброго, удачи и, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. А мы с вами увидимся в новых роликах.